Всем привет, дорогие друзья! Как вы понимаете, 5 цилиндров в мотоциклетном мире — это очень редкая конфигурация, которая сейчас и вовсе не используется. Да что тут говорить, если такие двигатели не часто встречаются и на автомобилях. Однако сегодня я собрал для вас 5 мотоциклов именно с такими движками, причем у некоторых компоновка просто поражает. Как раз с такого сумасшедшего с точки зрения инженерной мысли мотоцикла мы и начнем. Представляю вашему вниманию совершенно необычный по современным меркам мотоцикл Мигола, который производился в Германии, вы только вдумайтесь, с 1921 по 1925 год. Главной особенностью проекта Мигола является интегрированный непосредственно в переднее колесо 5-цилиндровый ротативный двигатель. В отличие от традиционных радиальных моторов, которые использовались в авиастроении, у него неподвижной деталью был именно коленвал, вокруг которого вращался блок цилиндров вместе с колесом. Объем двигателя равен 640 кубических сантиметров, который выдает 14 лошадиных сил, что позволяло мотоциклу разгоняться до 85 км в час. Спортивная версия мотоцикла, которая появилась чуть позже, увеличила показатель на порядок до 140 км в час, что позволило аппарату победить в чемпионате Германии в 2024 году. По правую сторону этого моторного колеса расположен один карбюратор, который питает все 5 цилиндров через кольцевой канал в картере и систему патрофу. За все время производство было построено и продано около 2000 мотоциклов. До наших дней сохранилось около 15 экземпляров этой чудо-техники. Перейдем к мотоциклу и с радиальным двигателем Вернал. Это самый старенький байк из сегодняшнего топа, был произведен аж в 1912 году. Его изюминкой является авиационный 5-цилиндровый двигатель рабочим объемом 750 кубических сантиметров, который выдавал приблизительно 35 лошадиных сил максимальной мощности. Кроме того, у него уже тогда были верхние клапаны и масляный насос, что безусловно было невероятным техническим решением по тем временам. Это был фактически один из первых специальных мотоциклов для гонок, где про бытовое использование никто особо не задумывался. Поэтому в жертву было принесено практически все. У мотоцикла ровно одна передача, первая она же выше. Стоять с запущенным мотором Вернал может только на специальной подставке для вывешивания заднего колеса. Тормоз у байка трансмиссионный, справа на оси редуктора. Глушителем тоже пренебрегли. Бак вмещает 8 литров топлива, а масляный бачок 2 литра смазки. Далее идет детище известного инженера Алана Миллиарда, у которого любимая марка для кастомайзинга — это Kawasaki. В частности, старенькие двухтактные мотоциклы с тремя цилиндрами, которые он переделывает в пятицилиндровые, соединяя два мотора, при этом выкидывая один цилиндр. Под раздачу попадают мотоциклы различного объема. В нашем случае это Kawasaki H2750, который выдавал 74 лошадиные силы. После добавления двух цилиндров объем вырос до 1250 кубических сантиметров. Ну а мощность только можно предположить. Она должна составлять уже около 120 лошадиных сил, которые сопровождаются невероятным звуком. Похожее творение построил Жан-Люк Барджетта. Это уникальный мотоцикл реплика Honda GLSP 305. На создание байка мастер затратил 18 месяцев. За основу он взял хондовский 250-кубовый 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения и приварил еще один цилиндр, что, конечно же, сложнее сделать, чем на двигателе с воздушным охлаждением, как у Kawasaki H2750 Миллиарда. Затем он изготовил новый коленвал, новые распредвалы и много чего еще. По словам Барджетта, его двигатель способен работать на оборотах до 20 тысяч. Также интересно устроена выхлопная система. С одной стороны установлены трубы от первого и второго цилиндра, а с другой от четвертого и пятого,
то время как выхлоп от третьего цилиндра выходит сверху с правой стороны мотоцикла. Завершает выпуск самый производительный мотоцикл с пятицилиндровым двигателем. И это, конечно же, Honda RC211V, который производился с 2002 по 2006 год. Он пришел на смену модели NSR500, так как изменились правила чемпионата мира. Вместо 500-кубового класса был создан новый класс MotoGP, к участию в котором допускались мотоциклы с четырехтактными двигателями рабочим объемом до 990 кубических сантиметров, который мог иметь от 3 до 6 цилиндров. Именно на таком супербайке в свое время рассекал знаменитый Валентино Росси. Имя модели расшифровывается следующим образом. RC – стандартный префикс компании для своих четырехтактных мотоциклов. 211 – первый действующий байк в 21 веке. V – V-образный двигатель. Рабочий объем двигателя, согласно правилам чемпионата, составлял максимально возможные 990 кубических сантиметров. Это был четырехтактный агрегат с 5 четырехклапанными цилиндрами, в головках которых имелось по 2 распредвала. Двигатель естественно охлаждался жидкостью. Максимальная мощность этой силовой установки составляла 197 лошадиных сил, которая в поздних моделях была доведена до 237 лошадиных сил. Максимальная скорость мотоцикла составляла 320 км в час.